Сейчас я вам мясо показываю, как кости. Видите, такое мягкое мясо. Твич. Всем привет, дорогие зрители, канал Папа Юсов, я с вами. Друзья, сегодня я вам буду приготовить отличную еду баклажана. Это, который первый раз я приготовлю, лаваш, который баранья мясом, баклажан. Это гвеч называется, друзья, у нас по-турецки. Горшок, который большой горшок есть у нас, там такой большой. Сначала, конечно, там много чего есть, я вам все показываю. Бывает очень вкусно, друзья, аппетитно, вкусно, очень-очень классно будет. Давайте все вместе посмотрим, что нам нужно. Баранина шея, друзья, это который мясо. Шея баранина с костем, с желеем. Видите, хорошее мясо, вот, свежий, немножко жирное, вкусное, хорошее, да, вот шикарное. С костным, короче, мясо нам нужно. Если у вас есть говядина, пожалуйста, бывает, друзья, если у вас там, который другой мясо, все пойдет, и с костным любое мясо пойдет, та же курица. Нам нужно, друзья, вот таком тонкий баклажан. Тонкий-тонкий, вот такой, тонкий. Тонкий-тонкий такой баклажан. Если у вас толстый есть, порежьте на два. Сейчас покажу, как надо делать. Морковка нужна, друзья, у нас там 4 штук морковка есть. Морковка, вы знаете, внутри сахар есть, аромат дает и вкусно, полезная еда. Лук, друзья, 1 штук лук есть у нас. Лук тоже надо. Чеснок есть, друзья, где-то штук 10. Зуба, чеснок. Короче, помидоры есть у меня. Помидор наш вкусно, хороший. Базар купил. Красный болгарский перец. И болгарский зеленый перец. Там половинка буду полусветла. Красота эти. Внутри есть сахар, аромат дает получше. Соль, томатная паста, перечная паста. Короче, еще масло и я нужно, друзья. Будем сейчас приготовить отличное бульоте. Да, немножко сонно выгляжу, но нормально, Рамазан, дорогие зрители. Давайте, работаем. Баклажаны надо организовать. Вот так держим, голову порежем. Вот так, вот так. И потом баклажаны почищем. Раз, два и три части. Вот так шкурку забираем, баклажан. Нам это достаточно. Таком баклажан внутри не острый. Соленой водой не надо туда положить. Она не острая, она свежая. 4 раз. Хватит. Друзья, баклажаны почистили. Не забывайте, это баклажаны внутри. Нет острый сок пока. Они свежие, хорошенькие. Такой тонкий. Дорогие зрители, если у вас толстый баклажан есть, да, вот в таком размере, разделите на два, но соленой водой выпустите, соленой водой. Сейчас мы поедем жарить баклажану овощи. Друзья, жарить будем баклажану достаточно подсолнечное масло. Наливаем туда. Сейчас мясо немножко организуем, друзья. Много жирное, которое... Когда варить, это жир будет держать мясо, поэтому не берите это жир. Если совсем много жир, можно убирать, но это не стоит. Тоже не стоит. Мясо надо хорошо посмотреть, просто туда кровь не надо. Если кровь видите, порежете. Вот это жирные части. Прям сковородка положите. Хорошо, надо перебирать мясо. Немножко сюда кровь вижу, помою. Все отлично. Сейчас пойдем пожарим.
Пусть потихоньку жарится. И одно время баклажаны. Стреляют. Посмотрим. Угу. Время час ночи, друзья, готовим. Баклажан уже достаточно пожарился. Дашка у нас дома был, я так думал, в другой квартире, но нашли здесь. А так можно было и в духовке приготовить на подносе. Мы стеклянный поднос уже достали. Сейчас все мясо забираем под горшочку. На донышко положить. Так аккуратно. Подождите, мясо. Вот это положу туда. Вот внизу надо полностью. Иди сюда, куда прячешь? Уже мясо, соло. 300 мл воды, друзья. Одна ложка перечная паста. Одна ложка томатная паста. Вот положим. Перемешаем, 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 перемешаем. Один лук был у нас. Потонки, тонки, тонки, тонки. Большой сок, красный перчик. Два штук помидор. Не бойся, жена. Муж с тобой, не бойся. Поехали, петухонку. Сейчас соус, друзья, наливаем туда. Давай поворачиваем его, мистера. Опа. Первый лук.
лук везде, петхонку, помидор. Отправляем чеснок половинка внизу, половинка наверху, соль где-то 2 ложки, друзья. Самый маленький огонь, его уже можно забирать и положим туда. Все, пока полчасик варить начинается, давай сначала первое забираем тогда большое, потом маленькое забираю. Как в шахматной партии, туда-сюда, туда-сюда переставляешь, рокировка. Можно его тоже убирать. Друзья, уже прошло полчасика у нас. Огонь поменьше. Откроем крышечка. Посмотрим, соус мало осталось, как мы хотели. Сейчас, который я еще добавил, короче, 2-3 морковь. Сейчас первую морковь отправляем туда. И потом баклажаны так вокруг. Баклажан уже холодно. Так мясо сверху полностью закрываю. Елена уже спит. Время видели? 2 часа. Вот так, вот. А сейчас у нас овощи, друзья, что остатки соуса добавляем сверху. Сейчас овощи, соус, петхонка внизу попадет, а свет включаю. Через 20 минут у нас очень-очень вкусно будет, готово будет. Ничего не добавляем, друзья. Все, крышка закрываем. Друзья, уже практически готово наше блюдо. Твеч. А сейчас можно его выключить. Оставляем 10-15 минут отдыхать. Вот такой вкусно пахнет. Отлично пахнет. Да, шикарно. Через 15 минут будем попробовать. Друзья, уже будет готово. Я так вам показываю. Сейчас я вам мясо показываю, как кости. Видите, такое мягкое мясо. Очень аппетитное. Уже кости можно брать сюда, убирать. Видите, еще 10-15 минут еще оставляешь, короче, мясо разваливается. И вот с такой кости. Вот так. И значит, наше блюдо отлично получилось. Мягкий, вкусно, хорошо. Время 3 часа 18 минут. 1 час 10 минут в нашем блюде. Приготовились, друзья. Вот результат. Я вам тоже советую, который с костным мясом можно приготовить. Отличное блюдо. Я вам баклажаном показал. Баклажан еще очень-очень горячий. Туда потрогать не могу в данный момент. Но время очень-очень поздно, быстро надо покушать и спать. Люблю вас, дорогие зрители. Всем пока, увидимся. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно пишите ваше мнение. Всем пока, увидимся. Когда мои детские время, вот так костюм держу, вот так ротик.